работает. Даже из-за того, что капелька воды медленно нес. Медленно грязь. Очень прикольно. Офигенно, мне нравится. А ты тестируешь сейчас разные паттерны, да, вот эти вот? Да. Какие разные материалы? Нет, материал одинаковый, теперь уж просто прожилки разные. Стеклоткань у нас здесь главная, главная у нас. Ну это и есть стеклоткань, а которая вот тонкая, это уже стеклохвост называется. Я на самом деле это стекломат, но почему-то где продавали, написано было, что это стеклохвост. Погоди, а он вообще от солнца защищает? Ну, не сильно. Ну там как бы основная концепция, это вроде такая, что... Не, ну как бы... Ну материал-то это сейчас... Не, ну можно материал даже такой, потому что материал окружающий был. Да, просто сейчас мы самый дешевый и простой материал. Еще раз греть или следующий? Давай еще раз. Давай еще. Можем другой стороной поставить. Считать на компе, а здесь все равно каждый раз сильно зависит от качества склейки, от толщины клея. Ну, ну как, он был вот такой, стал где-то вот до сюда, да, я вроде бы. Ну, да. Ну, на самом деле, вот ту как бы ту функцию, которую вы задумали, он, в общем-то, не выполняет. Какую? Затенение. Почему? Ну, очень маленький. Ну, нет, ну, сейчас, сейчас мы небольшую разницу температуры делаем, а он как бы... Нет, в другую сторону он должен уже в холод, а значит здесь холода нету. У нас изначальное положение будет не прямое, а немножко под углом. Да, то есть он в холод будет закрываться и открывать солнце. Нет, он в любом случае будет. Ну, в любом случае работает лучше, чем биметалл. Нет, это безусловно, тут как бы я даже не спорю. Работает все круто, я просто немножко натянула. Стоит ли сильно пиарить ту функцию? Я потом, наверное, вот эта фигня нагреваться на солнце не так. Да, чем металл. Она не то, что она как металл, он себе накапливает тепло, а это вот дальше видно, как только отвоить фен, он сразу обратно быстро остывает. А металл держится. Солнце до какой температуры может нагреться вот пластика? Не знаю, нет солнца. Нет, это металл 90. Ну, вообще, думаю, потом можно его красить металлической краской. Ну, как-то решить, чтобы он накапливал тепло. Мне нравится, когда он тебе бывает. Вот так классно, но если он меня такой, сильнее, это вот, которая была связана, которая вторая, что вот,
Где была самая простая? Самая простая, вот ты держишь сейчас, вот, которая без них. Ее можно еще раз для финиша. Может, такую, скорее всего, будем использовать. Скорее всего, да, такой. Посмотрим, как быстро обратно идет. Да.